Здравствуйте. Точнее, ну, в общем, добрый вечер. Так, а тема у нас настоящая. Немножко странная вещь. Называется «Добрый доктор». Ну, смешная вещь. Не знаю. Набухала гроза над уютной протухшей Москвой. На изношенном небе повисли кресты и заплаты, только издали псов раздавался придушенный вой, и девчонку, медсестры за руки тянули в палату. В той палате удобно тумбочка, стол и кровать. В окне между рамами пыльная бледная штора, и ленивый сквозняк будет шторой лилово шуршать. И на завтрак овсяная каша и салат с помидорами. Доктор вошел в палату, улыбнулся и поправил девочке одеяло. Больше всего на свете доктор любил поправлять одеяло. Ему было все равно кому, милой девочке-подростку или вонючему бомжу, что валялся при смерти на койке в коридоре. Доктор поправил одеяло и ласково взмахнул с лохматой девочки челку. Мама мыла рану, мыла и упала. Папа моет маму, мама не встает, девочка в больнице, только добрый доктор, только добрый доктор, только добрый доктор.